Всем здорово, ребятки. О, нифига себе, что это? Трикшоты на снегу. Вау-вау-вау. Ну ладно, давайте сыграем. Катки до. С круглыми углами. Нифига себе. Такого я еще не видел. Сто пятьдесятый уровень. Ну, карта прикольно смотрится, кстати. Навьё. Ой, блядь, зацепил, ебать. Нище. Я говорю, когда в трики не играешь, блядь, ну, в них играешь, потом не играешь месяца, месяц-два уже, все удары забываешь. Понятно, что я тут проиграл. Ну и попался жесткий чел. 150-е, они все, блядь, типа, технари, хуихнари. Да, здесь я проиграл. Если только он такое не забьет. А я сам его не забью. Сука. Ну, карта прикольная, я все видел скрин у вас, ну, в группе. Захотел поиграть в это. Трикшот. Сейчас покатаем пару каточек. Поле реально красивое. Хоккейные, я бы сказал, бы, бля. А, есть хоккейные. И ворота, блядь, здоровые. И все 150-е задроты иранские. Пиздец, 150-е меньше не попадаются вообще. Представьте, как они задротить будут. Ручеёк меня бесит, нахуй. На, нахуй. Давай. Блядь, забил, сука. Бля, я такой не умею забивать, кстати. Не забил. Бля, давай промахнись, чел, дай мне выиграть на видос, бля. Нихуя. Да не, пока будет 150-й попадаться, я буду проебывать, по-любому. Бля, вот этот жесткий, я даже забыл, как его бить. Не забьет. Я забыл, меня Димон учил, как его бить. Нихуя, сука. Я уже позабывал все удары. Просто позабывал. Давай промахнись, дай мне победу, блядь. Красавчик! И вот она, первая, красивейшая победа. Ну чё, поле прикольное, поле красивое. Давайте на 100 монет. Или сколько там? 250. ГУЭС. А-а-а-а! Вот это смешно, это смешно.
Это очень, блядь, смешно. Ну ладно, где не бывает косяков, блядь. Бля, не забей, пожалуйста. Блядь, забил, сука. А я на видос такой хуй забью. Меня Димон, конечно, учил, как его бить, но я и хуй его забью. Да, я уже даже забыл, как. Проебал и похую. Двести пятьдесят монет. Омид. Последнюю катку, наверное, да? Ну, поле красивое, а так ничего особенного. Такое же дерьмо. Шотовское, как и было. Ненавижу трикшоты. Кстати, Сухроб, играй в эту херню. Если будешь задротить эти 3 дня, то первое место займешь. Я в этом не сомневаюсь. Вульф тоже, кстати, если на работу не пойдешь. Ну и Макс. Все, кто любит трикшоты. Ну и Евген, конечно же. Он такой не забил. Ну чё, ребята, такие говнотрикшоты получились. 3 раза всрал, 1 раз выиграл. Просто карта прикольная. Хоккейная. Ничего так, кто умеет играть, тем должно понравиться. Давайте, пацаны, всем удачи, всем пока. Всем Ромен, подписывайтесь на канал. Всем иранским задротам тащите, я больше в них не зайду, в эти трикшоты. Все, пока, ребят.